хотелось, то сбылось, прямо в руки отдалось, невозможное срослось, и легитимен я. Под кремлевский шепот звезд мы сожгли к свободе мост и послали на погост мы демократию. И все идите на, моя душа и совесть вновь обнулена. Я свободен, и причем свободней всех. Где Володин, где мой самый верный стерх? Я свободен от бессмысленных свобод. Я народен. Кстати, мы и есть народ. Вот концепция моя, где ни плюнь, везде, чтоб я, кресло полное меня и Ганди за спиной. Я 100 лет могу сидеть, на посту готов истлеть, вечность лично лицезреть, но вот не завтра прям и не с такой судьбой, как у Каддафи с Чаушеску, а иной. Я свободен до скончания веков. Я свободен для подробностей песков. Я пригоден к покорению вершин. Я на вроде пяти сроки Серафим. Владимир Владимирович, все в порядке? Ой, все просто замечательно. Понял, без комментариев. Я угоден явно месту своему. Я в народе прикипелов я к нему. Я в зачете при моей-то примаще. Я свободен от законов и вообще. Да что такое? Подписывайтесь на этот канал, ставьте лайки быстрее. И тогда мы внесем эти лайки в Конституцию. Хотя не лайки красят человека, а подписка –